К массовому забегу готовятся участники «Лыжни России 2016» попробовать свои силы в 34-й всероссийской массовой гонке, вернувшейся после 19-летнего перерыва из Яхрома в Химки, решило около 25 тысяч спортсменов. Рекордное количество для Подмосковья и всей страны. Щелковский район представляли около 70 воспитанников детской спортшколы разного возраста и уровня подготовки. 100 человек ровно у нас мы сегодня привезли. 2 полных автобуса, ни одного свободного места. Праздник, радость, удовольствие. Вот, они очень любят это мероприятие. Ездим каждый год, уже вот я 30 лет. На выбор участникам были нарезаны три дистанции – 5 и 10 тысяч метров и символическая VIP-трасса протяженностью 2016 метров для почетных персон. Завсегдатаи лыжных гонок успели до старта оценить трассу. Очень здорово, очень хорошо и охват очень большой. И каждый год проводят на высоком уровне. Чай, хлеб, все как положено. Парафином помазали от 0 до 10, помазали хорошо, лыжи отлично идут. Лыжня хорошая, дай бог здоровья в Москве и вам. Пока спортсмены готовились к старту, болельщиков в режиме нон-стоп развлекали заслуженные артисты, поп-звезды, аниматоры. Рядом от сцены разливали горячий чай из самовара, угощали вкусной кашей. Не обошлось и без шашлыков и сладостей. И вот он, долгожданный момент – начало забега. Людское море стремительно хлынуло волной к финишу. Впереди гонки идут профессионалы, за ними любители. Крутой подъем в начале трассы смогли преодолеть сильнейшие. Остальные прошли этот участок пешком, что по правилам соревнований разрешается. Сама трасса проложена по пересеченной местности, изобилует крутыми, почти 90-градусными поворотами. Лыжня России – это значит праздник, на который объединяются все лыжники, профессиональные и любители. В этот день во всей стране более 1,5 миллиона человек выходит на лыжню с семьями, с детьми. Сами спортсмены готовятся, потому что в разных регионах есть разные призы и приподнятое настроение. Соответственно, музыка, организация великолепная. Спустя считанные минуты финишировали самые юные участники гонки, пройдя испытания на дистанции 5 километров. Следом стали подтягиваться ветераны спорта на 10-километровке. В числе первых был Вячеслав Никифоров из Серпухова, ветеран лыжни России. Участвовал во всех 34 гонках. Но главное не результат, а что я себя еще раз победил на 62-м году жизни. Если на трассе у лыжников и были трудности, то с мобильной связью у абонентов Мегафона проблем в общении с друг с другом и получением доступа в интернет не возникло. В преддверии гонки компания Мегафон провела технические работы по улучшению качества связи на гоночной трассе и спортивной базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», на территории которого проходили соревнования. Оператор связи заблаговременно расширил емкости сети и увеличил скорости передачи данных 3G и 4G до 34 мегабит в секунду. С этой целью была использована дополнительная мобильная базовая станция, обеспечивающая бесперебойную работу сети в период пиковой нагрузки. Если сеть испытывает нагрузки при большом количестве абонентов, то ставится такой мобильный комплекс. Вот. Здесь задействованы все стандарты 2G, 3G и 4G. А также она может заменить любую базовую станцию, которая, допустим, вышла из строя. Результатом тестовых измерений скорости в сети 3G у нас составляет порядка 50 мегабит, а в 4G, как вы видите, вот прямо при вас приводим замеры, 25-30 мегабит в секунду. Вот. Соответственно, голосовые сервисы также у нас на высшем качестве. Ну, на самом деле, смотрите, вот сейчас самый лучший результат – почти 40 мегабит на прием и 40 мегабит на передачу. Это отличная скорость для сетей четвертого поколения. При такой скорости можно онлайн работать в интернете, принимать, передавать почту, передавать контент тяжелый, видео, фото, материалы. В день проведения лыжной гонки участники и болельщики могли поучаствовать в конкурсе селфи. Победители ожидали призы – планшеты 4G в номинациях «Самое креативное селфи на гоночной трассе», «По-настоящему скоростной лыжник» и «За волю к победе». Ну а главные призы гонки – 2 автомобиля «Лада Гранта» достались марафонцам в женском и мужском разряде за прохождение 10-километровой дистанции. 12-е точно. Самое сложное, что будет сегодня. Финиш. Знали тех, с кем соперничали? Да. Рядом сейчас бегаем, сидят, мы сильные ребята. Насколько для вас важна эта победа? Ну, все победы важны. Как оцените свой результат? Очень рада.
На «Лыжне России», по-моему, я впервые побеждаю. Да? Да, действительно. Была вторая, третья, а выиграть не получалось. «Лыжня России» проводится с 1982 года. В 2016-м побил абсолютный рекорд по числу участников, подтвердив статус одного из самых массовых зимних спортивных мероприятий. Сергей Василевский, Михаил Налетов, телерадиокомпания «Щелково».